Відкрита трибуна. Як ви ставитеся до національних лотерей? Ну, если честно, никогда в жизни они меня не интересовали, собственно говоря. Я проходила всегда мимо. Ну, то есть этим не увлекалась, мне это не интересно. Негативно. Я считаю, что это незаконно, это во-первых. А во-вторых, за этим стоит человек, который просто собирает деньги с людей, которые попали в эту ловушку этой игры. Ну, нейтрально, потому что я тоже иногда, когда есть 5 гривен, то я покупаю лотереечки по 5 гривен. И иногда выигрываю, а иногда нет. Но больше всего я проигрываю, так что лучше не играть в лотереечки и ставлю не ставить. Я считаю, что это трата времени и больших денег. Сейчас молодежь, ну и не только молодежь, тратит на это время и как бы, как это сказать, деньги родителей просаживает на это, и как бы из этого ничего не получая. Хотя я знаю много людей, которые как бы и получали с этого большие деньги, но все равно из-за, как это сказать, зависимости, они эти деньги же и проигрывали. До національних лотерей я ставлюсь дуже погано, тому що вони дуже так впливають на людей з гіршої сторони, тому що в них народжується залежність від цього, і потім люди дуже довго не можуть від цього відійти. Добре, я ставлюсь до національної лотереї, але я в неї не граю. І дуже багато їх розвелося на кожному проспекті, якісь лотереї, якісь ігрові ті онлайни. То є дуже багато в нашому місті. Я вважаю, що треба зробити якесь окреме єдне місто, як в Штатах, і легалізувати там той вид діяльності. Але ми не потребуємо такої кількості тих лотерей, онлайн, ігор, то вижимання грошей від людей. Діло в тому, що я не можу так прямо відповісти, тому що я конкретно не знаю, що це таке. Єдине, що я слышала, то, що це якоби ігрові автомати, притони і прочі речі. Також, допустим, ви проходите ночі мимо них, и когда вы видите, кто оттуда выходит и кто туда заходит, то есть какой контингент людей, ну, положительного мнения сложиться у меня лично не может. Вот. То есть никакого хорошего впечатления эти люди не производят. Соответственно, если они там скапливаются, значит, наверное, место тоже такое себе. Открыта трибуна.